Традиционно по приглашению торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского района на выставку-ярмарку приезжают более 100 товаропроизводителей из разных регионов России и ближнего зарубежья. Ассортимент верхней одежды представлен с учетом наступающих холодов. Это уже и чебоксарский теплый трикотаж, как для взрослых, так и для детей, и джинсы, ставшие уже повседневной одеждой на все времена года, и, конечно же, модные пальто и демократичные куртки и пуховики. Представляю я курточки разных брендов, не по отделочке, не копии. Привозим по цене оптовых производителей, плюс еще у нас идет акция для инвалидов, ветеранов труда, многодетных семей, скидочка еще 20%. Курточки вы сами можете видеть какие, в основном молодежка, но и для пенсионеров очень много всего. Ну а к теплой куртке и обувь надо соответствующую, и при возможности удобную и модную. Я работаю с финской обувью и обувью ортопедической из Германии. То есть это самый высокий класс обуви вообще, с советских времен еще. Дополнить осенний или зимний образ зачастую помогают красивый шарф или платок и, конечно же, шапка или шляпка. Работаю в разной компании, сотрудничаю московскими, там Планже, Сиринго Стиль, Рус Модерн. Вот. Ну, у нас изделия очень качественные, советую приобретать милым дамочкам. Изделия из фетра, из велюра, из замши. Найдете вы на выставке и красивые кофточки, свитера, платья. Традиционно представлены продукты хозяйства Ткачевых из Волгоградской области и сладости сказки Востока. За всеми этими вкусными товарами выстраиваются очереди, и покупатели каждый раз ждут новой выставки. Эта ярмарка будет работать с 11 по 16 октября, с 11 до 19 часов. Напоминаем, что расположилась выставка на теннисных кортах на улице Дружбы, дом 2Б.